Олег Артемьев и Сергей Прокопьев находятся в открытом космосе. И здесь, в Центре управления полетами в подмосковном Королеве, внимательно следят за их работой. Это уже 45-я по счету плановая работа космонавтов в открытом космосе. Для Олега Артемьева этот выход стал третьим, для Сергея Прокопьева первым. Волнение, конечно, присутствует, но на качество работы это никак не влияет. Планируется, что за пределами станции Артемьев и Прокопьев проведут более 6 часов. Задач у них несколько. Первое, самое важное – демонтировать устройство с микроорганизмами с внешней поверхности МКС, которые установили еще в прошлом году для того, чтобы передать их позже на Землю. И уже здесь ученые будут изучать, насколько жизнеспособны эти микроорганизмы в открытом космосе. Вторая задача – установить оборудование, которое будет мониторить состояние окружающей среды нашей планеты. Также российские космонавты запустят в открытый космос 4 наноспутника. Сейчас экипаж приступил к транспортировке, укладке аппаратуры «Икарус», научной аппаратуры, на служебный модуль. И главная задача – это установка этой аппаратуры. Примечательно, что работают космонавты в скафандрах нового поколения «Орлан». И, по сути, это премьерный показ новейшего российского скафандра. Интересны они тем, что внутри есть встроенный кондиционер, а рукава, благодаря специальному материалу, не образуют складок. Это делает работу в открытом космосе удобнее.